День патрульно-постовой службы празднуется ежегодно и имеет собственный день в календаре – 2 сентября. Сотрудники этого подразделения стоят на страже правопорядка и общественной безопасности. Ежедневно они сталкиваются как с мелкими административными правонарушениями, так и с серьезными преступлениями. Главная задача сотрудников патрульно-постовой службы – это охрана общественного порядка, выявление, раскрытие преступлений, в том числе по горячим следам. Все, что происходит на улице, в нашей компетенции. Поэтому те силы и задачи, которые перед нами стоят, в соответствии с приказом 80, вот вопрос организации действий строевых подразделений ПС, патрульно-постовая служба выполняет. Командир батальона уверяет, что работа в подразделении интересная, и он будет рад видеть в своих рядах новые лица. С целью комплектования личного состава, хотелось бы сказать, особенно гражданам демобилизованных вооруженных сил Российской Федерации, приходить. Мы принимаем на работу. Работа очень интересная, хорошая. Михаил с самого детства мечтал стать полицейским и помогать людям. Уже 10 лет он трудится в одном из самых многочисленных подразделений полиции. И, как сам признается, никогда бы не изменил выбранной профессии. Что входит в спектр ваших обязанностей? Охрана общественного порядка, раскрытие и пресечение преступлений по горячим следам, задержание преступников. Незамедлительно выезжать на адреса по указанию оперативного дежурного. На сегодняшний день батальон насчитывает 214 сотрудников. В его составе 7 взводов. Из них 3 мобильных, 4 обычных. Есть кинологическое отделение, в штате которого 20 человек, 15 служебных собак. Хвостатые сотрудники отлично справляются с поиском в обнаружении взрывчатых веществ и устройств, а также наркотиков. Хочу поздравить всех сотрудников патрульно-постовой службы с этим профессиональным праздником, пожелать огромного здоровья, терпения, бдительности, всего-всего самого лучшего родственникам, женам, матерям, детям. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».